Однако найти меня было непросто, поскольку, как узнал ведьмак, я перешел дорогу воротилам новиградского преступного мира и исчез. В конце концов, Геральт выяснил, что я попал в застенки храмовой стражи. С помощью друзей Геральт в конце концов сумел освободить меня. И правильно сделал, потому что я знал, что случилось с Цири. К сожалению, девушки уже не было в городе. Спасаясь от преследования Громила, затем попав в окружение храмовой стражи, Цири вынуждена была телепортироваться. Куда она попала, этого я тогда еще не знал. Удачи в дороге! Гади, плотва! Отдохни. Приветствую! Покажи свои товары. Бывай! Покажи свои товары. Бывай. Вот значит этот дом с привидениями.
Весь дом ходит ходуном. Но призрак уже напал бы на меня. Жильцы явно убегали в торопях. Кто-то рассыпал соль. Призраков отгоняли. Бессмысленные суеверия. Через эту трещину проходит воздух. Что-то там есть. Thank you.
Обычный корень, магический, наверное. Похоже, дневник. Земли и довольно могущественный. Он где-то глубже. Нужно открыть проход. Что-то сработало. Освободился от магических оков еще пару дней, и он начал бы крушить окрестности.
Мечи высший сорт. Покажи мне свои товары. Будь здоров. Хорошо бы все быстро. Войска далеко меня не спрятали. Прошу! Прошу! Что у тебя там? Будь здоров. Вам мне не хватает. А чем больше пью, тем больше трезвый. Сплошной гоголь-моголь. Вот. Да. Больше проблем с этим домом быть не должно. Небольшой ремонт, и можно въезжать. Правда? В таком случае цена владения значительно возросла. Что там, собственно, происходило? В подземельях был заперт элементаль земли. Он пытался выбраться и чуть было не разрушил дом. Это гораздо интереснее, чем духи. А эти подземелья, получится их как-нибудь, обустроить? Трудно сказать. Но посмотрим. Ах, да, твоя награда. Прошу.
нынешний молодец. Знаешь, ты сейчас у всех на устах. Слава и деньги, да? Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Видите, Мюр? И ведь туда. Что-нибудь случилось? Не шляйся тут! Служба не дружба! Пошла. Ну, все, все, все. Давай. Дождь? Вот такой у нас. Годи, плотва. Держи. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену.
Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Ну что ж, как угодно. Я ищу Грегора. Ты его нашел. Ты кто? Геральт из Ривии, от Дикстры. Я ждал, что он кого-нибудь пришлет. Идем пройдемся. Славно вы себе пост разукрасили. По приказу короля. Милостиво нами правящего. Что они сделали? Справа ворожей из соседней деревни. Кому-то не то присоветовал. Вот на него и донесли. А который слева, так он с соседом поругался. А тот возьми и обвини его в колдовстве. Так это от людей все беды. Родовид здесь ни при чем. А кто, по-твоему, выдумывает законы, по которым за такие прегрешения на виселицу отправляют? Зачем ты служишь королю, которого не уважаешь? А что мне делать? Родился я реданцем, а дезертировать не стану.
И потом, в армию-то я пошел, пока Визимир сидел на троне. Вот добрый был король, мудрый и справедливый. Родовид – другое дело. У него одна война в голове. А я не хочу, чтобы предание когда-нибудь вот так вот выглядело. Ладно, давай к делу. Ты, наверное, знаешь, зачем я здесь. Надо думать, из-за нашего знакомого сапожника. Проходил он здесь, только обратно не возвращался. А вчера патруль видел у дороги брошенную повозку. Я думал сходить, посмотреть, не его ли, но не смог вырваться. Спасибо. Теперь хоть знаю, где искать. Постой-ка, грамота у тебя охранная есть? Без нее никто тебя не пропустит. Да, все есть. Ну и ладно, удачи. Спасибо, увидимся. Такие, как ты, только болезни разносят. Паразитизм и дезертирию. Бедных людей от этих головорезов защитит. Похоже, не повреждена. Странно. Надо осмотреться, может, найду что. Следы драки.
Кого-то, похоже, оглушили, а потом стащили на землю. Башмак, что-то мне подсказывает, что я на верном пути. Интересно, где хозяин этого башмака? Башмак, что-то мне подсказывает, что я на верном пути. А он что тут делает? Божечка, желтая, славно. Привет. Возьмак, иди себе, водки собираю. Да я вижу, мне интересно, откуда они тут взялись. Выросли, как грибы. Башмаки из земли не растут. Не знаешь, кто их тут раскидал? Рок не может. Ок и Пок будут злые. Ок и Пок, твои друзья? Находчики. Большие находчики. Нашли человека, а у него бодки на телеге. Вот столько. А что сделали с человеком? В пещеру сделали. Вон туда. Его съели? Не, он костлявый, нехороший. Бе. Ок сказал ему башмачить. Для Ога, Ога и Рога. Зачем вам башмаки? Человеки носят. Так Ог, Пог и Рог хотят. Будем большие хозяевы, как человеки. Бывай. Пещера троллей где-то рядом. Вот и крестьявые.
как бог ударит, всегда умрет. Значит, пускай, сука, не бьет. Пускай, вот как следует. Подходит к чему-то, делает жуткую морду и говорит «я». Далее? Ну, конечно. Кто еще будет учить троллей ругаться? О, Геральт, сколько лет! Этот кто? Спокойно, Ок. Это мой старый знакомый. Иди отсюда! Или в суд! Я ужасно жилистый. Это правда. Ты только взгляни на него. Кожа да кости. Ну, господа тролли, мне пора. Вы тут потренируйте, чему я вас научил. В следующий раз, как тут буду, устрою вам, сука, экзамен. Дала, не ходи. Дала, сиди на жопе. Боты швей. Как я вижу, вы подружились, но Талер должен пойти со мной. Никуда не пойти! Боты шить! Он мне нужен. Нужен тут! У тебя есть боты! У Ога нет! У Рога и Бога нет! Сделает боты, тогда пойдет! Так, спокойно. Талер вернется. Ему просто надо сходить со мной, взять кожи для ваших башмаков. Слушайте Геральта, он херни не скажет. Вы ноги свои видели? У вас лапищи как корыто. Чтобы шить вам башмаки, мне нужно очень много кожи. Мы с Геральтом пойдем сейчас, принесем, сука, кожи, потом я вернусь и зашью вам ботинки. Для Бога тоже? И для Рога? Две пары для каждого из вас, козлоебы упрямый. Ну пусть идет, только пусть вернется. Ты, я знал, что вы славные ребята. Скоро вернусь. Дети не тролли. Кроме того, ведьмаки бесплодны. И же ты ничуть не извинился. Чуть твой тролль сразу смердит, как гнилая картоса. Ты здесь случайно оказался или кто-то послал? Хорошо, иди. Значит, они обо мне не забыли. И как мило. Спасибо за помощь, Геральт. Я понимаю, дел у тебя много. Убивать всех этих чудищ. Я слышал, вы трое тоже решили кое-кого убить. О, значит, они тебе все рассказали? Не все. Детали не посвящали. Может, ты меня просветишь в благодарность за спасение? Извини, брат, но если они молчат, значит, и мне придется помолчать. Понятно. Как ты здесь вообще оказался? Это же теперь земли Нильфгаарда. Хочешь сказать, нильфам сапожники не нужны? Ну, они своих, наверное, привезли. Хер они там привезли, одни любители. А лучше Талера сапожника на всем севере не сыщешь. Ага. Ну-ну. Ты во мне сомневаешься? Ты шпион, и теперь ты работаешь на Дикстру и Роше. Сомневаюсь, что ты ездил чинить нильфгаардские сапоги. Ты неплохо соображаешь. Факт. Сапожное ремесло — только прикрытие. Кто станет обращать внимание на какого-то сапожника? Никто. Сидишь себе, подметки приколачиваешь, а люди рядом стоят, разговаривают о всяком. По большей части всякий вздор, но бывают и дельные вещи. Например? А вот этого я тебе не скажу.
Давно мы не виделись. Что ты, как ты? Нильфгард раздолбал разведку Темерии за одну ночь. Я едва ушел. Квасил с горя до тех пор, пока печень не сказала «хватит». И что теперь? Работа над ошибками. Все сначала. Верчусь по округе, слушаю, спрашиваю, вербую новых агентов. Как живешь? Как картофельная моль. Сижу тихо, глаза не бросаюсь, рубаю картоху. Ну, будь. Я, сука, уже есть. Спасибо еще раз, Геральт. Отсюда я и сам доберусь. Обязательно расскажу DX3 и Роше, как ты Огу поднасрал. Бьюсь об заклад, они обосрутся от хохота. Слушай, в Изиме ты вроде был старьевщиком. Как ты вдруг стал сапожником? Просто выбрал наименее подозрительное занятие. Старьевщик — херовое прикрытие. Слишком много народу считает себя обманутыми. А мне не нужно было привлекать к себе внимание. Думал заделаться корчмарем. Людей они много видят. Каждый что-нибудь доскажет. Проблема только в том, что ты сидишь в этой своей корчме, как шавка на цепи. Никуда ты со своего двора не денешься. А башмачник может заехать куда угодно. В этом можешь не сомневаться. Я себе даже, вон, фургончик организовал. Красота. А то. Я на нем, сука, неплохое состояние сколотил с начала войны. Пехтура, она же вечно куда-то прется. А знаешь, что бывает, когда сапоги стерты? Ноги тут же в кровь сбиваются. Каждый солдат маму родную продаст ради годных сапог. Что будешь теперь делать? Ну как что? Вернусь в Новиград. Там вместе с Дикстрой и Роше будем выдумывать наш гениальный план. Никаких подробностей. Прости, брат, но хер я тебе что скажу. Сука, если бы дело касалось только меня, я б тут же тебе все и выложил. Я если кому и доверяю, то только тебе. Но я работаю не один. Так что и решение принимать не мне одному. Лучше я помолчу. Ясно. Я понял. Бывай. Удачи тебе. Ох, она мне пригодится. Родовит та еще бестия. Но мы что-нибудь придумаем. Точно тебе говорю. Скоро о его смерти весь север будет говорить.
Постарайтесь только, чтобы не говорили про трех убийц, которых отправили на дыбу. Хе-хе-хе, не боись, Геральт, мы не пропадем. Бывай. Правду говорят, что ты любишь играть в карты? Я вообще люблю играть. В кости, в карты, в шахматы. Игра меня расслабляет. Ты от нечего делать спрашиваешь? Или хочешь поиграть? Хочу поиграть, только помни, меня хорошие карты интересуют, а не всякий мусор.
Мать твою за ногу! Ты знаешь, сколько я собирал эту колоду? Долго, надо думать. А значит, ты знаешь хороших игроков с хорошими картами, ведь так? В последнее время все только и говорят о каком-то Ламберте. Говорят, колода у него охеренная. Ты с ним, может, знаком? Он вроде ведьмак. Шевелись, плотва. Иди, откуда пришел. Годи.
Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Боги! Костлявая! За мной пришла! Самый длинный бордель в Новиграде – это посекло. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Сделай для меня кое-что. Будь здоров. Так они и сами туда заглядывают. Здравствуй. Здравствуй, Гер. Покажи мне свой. Будь здоров. Все в порядке. Верно, ты как смерть. Видите морду? И ведь туда же. Лютик, у тебя есть минутка? Для тебя всегда. Увидимся.